Телеканал КРТ представляє. Міжнародному валютному фонду, возможно, придется выйти из зоны комфорта и рассмотреть исключительные меры, чтобы помочь странам справиться с пандемией коронавируса и минимизировать ее экономические последствия, заявила в понедельник 20 апреля глава организации Кристалина Георгиева в своем блоге на официальном сайте МВФ. За кредитами в связи с эпидемией коронавируса к фонду уже обратилось 103 страны. Согласно совместному докладу МВФ и Всемирного банка, в 170 странах мира произойдет падение уровня жизни. Прогнозы роста и падения ВВП на 2020-2021 годы на постсоветском пространстве вы можете видеть на диаграмме. Согласно прогнозу МВФ, Украина входит в топ-3 подсоветских стран, у которых ВВП упадет в 2020 году сильнее всего. Хуже ситуация только у Литвы и Латвии. При этом их экономики практически полностью восстановятся за год. Экономике же Украины понадобится на это около 2-3 лет. При этом от заявлений главы МВФ отнюдь не веет оптимизмом. Цитата. МВФ, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы зоны комфорта и подумать, не нужны ли в этой исключительной кризисной ситуации исключительные меры. Конец цитаты. В то же время программы МВФ могут быть ветированы Соединенными Штатами, единственной страной, располагающей блокирующим пакетом акций. Так, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе выступил против эмиссии специальных прав заимствований, расчетной единицы фонда, привязанной к валютной корзине. Конечно же, свою позицию Мнучин пояснял самыми благими побуждениями. Мол, 70% полученных таким образом средств будут направлены в страны большой двадцатки, большинству из которых они не нужны. И лишь 3% получат самые бедные страны. На самом же деле, как сообщило агентство Reuters, Соединенные Штаты блокируют эмиссию специальных прав заимствований, поскольку это даст новые каналы финансирования Ирану и Китаю. Вместо этого Мнучин предложил передовые экономики мира вложиться в фонды МВФ, из которых выделяются средства беднейшим странам. Как сообщила на прошедшей в четверг 16 апреля видеоконференции стран Большой Двадцатки госпожа Георгиева, в ближайших планах МВФ изыскать дополнительно 18 миллиардов долларов для фонда снижения бедности и еще 1,8 миллиарда долларов на субсидии. Разумеется, в очереди за очередным траншем стоит и Украина, выполнившая практически все условия кредитования, кроме пресловутого банковского закона, принятого только в первом чтении. Единственной ложкой меда в этой бочке дегтя являются результаты недавнего опроса Киевского международного института социологии, согласно которому меньше трети, 32% респондентов утверждают, что Украине лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. В то же время почти половина, 46%, разумно считает, что делать этого не стоит. 22% опрошенных затруднились с ответом. Интересно, что еще совсем недавно, в октябре прошлого года, картина была зеркальной. 44% украинцев высказались тогда за сотрудничество с МВФ. 37% выразили свое негативное отношение к фонду. 18% затруднились ответить. Более подробно ситуацию с кредитами от МВФ, привязанными к коронавирусу, мы обсудим с экономическим экспертом Юрием Атаманюком. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, Дмитрий. Посмотрите, вот мы понимаем, когда кредиты МВФ выдаются под определенные программы, тем более их три таких программы, под которые эти деньги выдаются. А как выдаются деньги под коронавирус или тем более бедным странам? Правда, пока мы под определение «бедная страна» еще не попадаем. Ну, на самом деле это хорошо, что мы не попадаем под определение «бедная страна», только люди, к сожалению, этого не чувствуют. Потому что фактически мы стали самой бедной страной Европы и самой бедной страной постсоветского пространства. У нас, если по стандартам ООН, $5 должно быть прожиточный минимум в день. Так у нас минимальная зарплата насчитывает... У нас прожиточный минимум $55. Теперь, что касается
кредита МВФ. Ну, МВФ – это системная последовательная организация. И, конечно, в случае с нами кредит, продолжение кредита с коронавирусом будет полностью коррелироваться с теми условиями, которые они ставят для выдачи стабилизационного кредита, который звучал в районе 5,5 миллиардов долларов. Они будут настаивать на доведении на их условиях закона о земле и на их условиях вот этого закона банковского. На сегодняшний день, вот мы пережили один месяц карантина, четко есть после последней социологии информация, что 20% украинских предприятий малого среднего бизнеса не откроется. Это раз. Давайте посмотрим аналогию за океаном. По состоянию за апрель оплатили аренду только 69% американцев. Если до этого все платежи были, приближались к 100%, уже сейчас мы говорим, что меньше 70%. А у них в арендованных домохозяйствах живет треть населения страны, 110 миллионов населения. То есть идет цепная реакция. Не оплатили аренду, держатель недвижимости не оплатил ипотеку, пришли к банковскому кризису в США, где есть запас, где печатают деньги, где ФРС выделяет 4 триллиона компенсаторов на борьбу с коронавирусом, на потери экономики. Что говорить о нас? Сегодня нужно садиться и в экономическом плане, понимая все вызовы, что происходит и что будет, перезагружать взаимоотношения между странами в том числе. Ведь вы смотрите, в заявлении Международного валютного фонда что говорят? Первое, что это кризис, который можно сравнивать только с Великой депрессией 29 года. Это первое. Второе. Пострадает 170 стран мира. Никогда, ни от какой войны, ни от какого экономического кризиса такое количество стран никогда не страдало. В лучшем случае, при оптимистическом подходе, при оптимистическом развитии ситуации, последствия будут устранены, мы выйдем на точку, которая была в феврале, мир выйдет, к 2025 году. Юрий, да. А вам не кажется, что вот это сравнение с Великой депрессией, это, в общем-то, такая пугалочка? Потому что во времена Великой депрессии действовал золотой стандарт. И, например, то, что сейчас делает Трамп и ФРС, заливая экономику долларами, тогда это было невозможно сделать. Появилось намного больше инструментов финансовых. Кстати, никто не знал тогда про фьючерсы нефтяные, например, ну и про многие другие инструменты. Смотрите, падение финансовых рынков в связи с их надутостью уже в 2020 году было ожидаемо, в том числе с нефтяными фьючерсами и другими инструментами. То есть это было, но никто не ожидал добавления вот этого состояния с вирусом и полностью перезагрузки многих приоритетов. Ключевой момент, который все-таки в применении к Украине. Вот Георгиева говорит, что мы должны бороться, мы будем финансировать, мы будем все, но я хочу удержать страны от протекционизма. Она этим, в принципе, дает нам подсказку, что должна делать Украина для того, чтобы минимизировать ситуацию. Но мы должны думать о протекционизме прежде всего нашего сельского хозяйства. Мы сейчас плотно входим в кризис продовольствия. Украина должна тоже об этом думать, чтобы не экспортировать зерно, когда оно начало дорожать в связи с ожиданием продовольственного кризиса, а для того, чтобы мы привлекли сюда деньги, потому что мир залит деньгами. Ведь вдумайтесь, в этот кризис 8 триллионов – это фискальный ответ по миру, а 6 триллионов – это еще центробанки вливают. Вот 14 триллионов денег сейчас одномоментно вливается в мире дополнительно, за счет дополнительной эмиссии, это же не за счет чего-либо. Да? Наша задача, чтобы эти деньги притекли к нам, и чтобы мы, имея возможность
Сегодня у нас отсутствует индустриализация сельского хозяйства. Сегодня время его делать. Для этого должен быть протекционизм. Заградительные пошлины на экспорт сырья и заградительные пошлины на импорт готовых продуктов. Ну, я благодарю вас за беседу. Это был Юрий Атаманюк, экономический эксперт. Благодарю вас. Спасибо.